О страстотерпцы Христовы, в угразе севастистим, мужественно пострадавшие к вам, яко молитвенникам нашим, усердно прибегаем и просим, и спросите у всещедрого Бога прощения согрешений наших и жития нашего исправления, да в покаянии и нелицемерне любви друг к другу пожившие, с одерзновением предстанем страшному судищу Христову, и вашим предстательством одесную праведного судьи предстанем. Ей, угодницы Божии, будете нам рабам Божиим, защитницы от всех враг видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последнего дня жизни нашей. И так опрославим великое и достопоклоняемое имя Вседетельной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.